На канале «5 минут с ребенком» игра «Верю, не верю». Правила игры просты. Дослушайте информацию до конца, не спешите отвечать. Поставьте на паузу, подумайте и скажите «Верю» или «Не верю». «Правда», «Неправда». Считайте свои правильные ответы. Органы чувств. Тело человека – сложный механизм, управляемый мозгом. Но для управления, координации, деятельностью всех органов необходимо владеть информацией об окружающей среде. Органы чувств помогают собирать информацию. Благодаря им мы видим, слышим, чувствуем вкус, запах, осязаем предметы. Установлено, что благодаря зрению человек получает до 80% всей обрабатываемой мозгом информации. Вопрос первый. Верите ли вы, что с открытыми глазами человек не сумеет чихнуть? Верите? И это правда. Исследования показали, что человек моргает, когда чихает. Вообще человек моргает более 20 раз в минуту. Естественно, не только тогда, когда чихает. Во время моргания происходит не только очищение глаза от загрязнения, но и увлажнение глаза слезной жидкостью. При внешних раздражителях и обнаружении опасности закрытие глаза происходит рефлекторно. Потребуется всего 2/5 секунды для того, чтобы закрыть веко. Вопрос второй. Имеющий уши да услышит. С помощью слуха человек воспринимает звуковую информацию и просто наслаждается звуками природы или любимой музыки. Веришь ли ты, что приложив к уху ракушку, можно услышать шум волн? Веришь? Это неправда. В ракушке ты слышишь отраженный звук крови, которая бежит по твоим венам. А еще уши являются важным элементом вестибулярной системы человека. Попросту помогают сохранять равновесие. Вопрос третий. Язык человека не только часть пищеварительной системы, важная часть речевой системы. Язык – орган вкуса. Веришь ли ты, что у человека, который курит, вкус ухудшается? Веришь? И это правда. На языке человека около 5000 вкусовых луковиц или сосочков, которые содержат рецепторы вкуса. Благодаря именно этим рецепторам мы различаем сладкий, соленый, горький, кислый вкус. У курящего человека рецепторы теряют чувствительность. Вопрос четвертый. Про нос известно множество поговорок. Не суй свой нос в чужие дела, не задирай нос, держи нос по ветру. Любопытные Варваре на базаре нос оторвали. Веришь ли ты, что чем больше нос, тем больше запахов может он распознать? Веришь? И это неправда. У новорожденных носики очень маленькие, но обоняние развито сильнее, чем у взрослого. Ученые говорят, новорожденный узнает маму по запаху. Первый год жизни ребенка острота обоняния утрачивается на 50%. Вопрос пятый. Кожа – самый большой орган тела человека. Веришь ли ты, что человек может сбрасывать кожу? Веришь? И это правда. Конечно, человек сбрасывает кожу не так, как змея, но кожа человека на протяжении всей жизни обновляется. Верхний слой кожи отшелушивается, уступая место более новому. У взрослого человека полностью обновляется кожа за 26-30 дней. На протяжении всей жизни человек сбрасывает примерно 18 килограммов кожи. К
кожа не только в нужный момент согревает или охлаждает наше тело, но еще оберегает от повреждений, насыщает кровь кислородом и выделяет углекислый газ. К тому же кожа – важный орган, с помощью которого мы осязаем все вокруг. Органы чувств помогают нам жить. Когда все органы работают бесперебойно, мы все видим, слышим, чувствуем. Относись бережно к своим органам чувств, чтобы жить полноценно. Вот и закончилась игра «Верю-не верю» на канале «5 минут с ребенком». Интересуйтесь, читайте, готовьтесь, у меня еще очень много вопросов.